think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Как ни странно, утро. Проснулся сегодня пораньше, поехали посмотрим, что по акциям. Решил немножко поменять, сделаю расписание по поводу роликов, стримов и прочего. Надо делать режим. Немножко менять расписание на канале и... В общем, дальше будет веселее, интереснее. Битва замков, как вы знаете, загибается постепенно, поэтому на ней ограничиваться мы точно не будем. Так, поехали. Что у нас на Тайване интересного? Нифига нету. Донатная хрень. Донатная. Опять же донатная. Ну, Марион за 10 баксов. Так, что по плюхам? Что-то последнее время... О, открылся. Опять открылся остров. Понятно. Коллекционер тайванский. Ну, здесь, кстати, вот Арктику до сих пор дают. Но Тайвань очень редко меняет акции. В чем плюс? И плюс на Тайване можно пособирать отдельные плюхи. Без особого доната. То есть собрать зефира, собрать того же самого огника, собрать лисицу, божество и прочее можно за счет монеток. 5000 в неделю на особый пак. Таких, к сожалению, паков нету на других серваках. Этим Тайвань, скажем так, и отличается. Так, что у нас тут? Надо позаходить, позабирать плюхи. Сегодня у нас среда, да? Сейчас посмотрим, что у нас на немочке нового. Я вчера здесь доставал... Нифига себе, сколько там? 2 мешка, что ли? А, не, 5. Ну, 5 мешков, это половинку можно собрать. Так. Есть, поехали. Может, сегодня больше повезет. Вчера всего лишь 3. Мне сегодня тоже, походу, будет 3. Да, 3 осколка всего лишь. Ну и то, в принципе, неплохо. Таким образом, здесь получается каждую, в принципе, неделю. Чем плюс. Так, где там наш огник? 100. 175, ребят. 25 осколков. То есть на следующей неделе, в принципе, возможно, я уже дособираю. Я, к сожалению, не фармлю лабиринт. Потому что это длительный процесс. Ничего больше такого интересного на немке нету. Надо попробовать, все-таки будет Джей волну. Но сейчас надо накопить самики. Я думаю, сделать эволюцию. И попробовать все-таки зафармить следующие волны. Так. Базар маркет. Обмена, кстати, на немке таки нет. Самая большая проблема на немецком сервере. Здесь нету карт. На всех других остальных серваках карты дали. Здесь этого нет. Обмена тоже нет. Странно. Но тут зато есть другие плюхи офигенные. Поехали на английский сервер. Что у нас на английском? Интересного есть. Так, English. Блин, солнце такое. Такое солнце фигачит. Так, лимитированные паки ни о чем. Блять, Матрона 100 баксов. Ну вы чё, прикалываетесь? Тут вот за 50 баксов 70 карт плюс разные эти. Говорю, 77 карт. Чё, аккумуляции? Хладный. Ну, сейчас глянем. Хладный. Мастер. Так. Мастер бластер. Сейчас посмотрим. Ну, видите, здесь накопление по сравнению с немкой вообще ни о чем. Так, 1 плюс 1. Свитпак. Одер. Покер. Ч
чарующие изменения, нифига нету. Дискаунт. О, десятое утекание. Неплохо. Вот это, кстати, неплохая тема. А вот видите, вот монетки можно с дерева струсить и поменять потом на две карты. Ну, как вариант. Либо сундуки. Вот это вот темы на немке нету. Был бы такая тема на немке, это вообще была бы пушка. 15 сумок лисицы, то есть половину лисички можете собрать. Ну, вот это классная тема. Но, к сожалению, она не везде есть. Так, что там у нас дальше? Архидемон был, будет скоро, я уже забил на эту тему. Так, это надо на этот, на основной аккаунт перескочить. Так, что у нас интересного есть здесь? А, это у меня же на том аккаунте. Я что-то подумал, я на основе. Давайте посмотрим вот так. Аккумуляция. Этих хватает, этих тоже хватает. Нет, это мне не надо. Так, что у нас тут? 1+1. Остров. Добавили утекание карты. Ну, в принципе, десятое утекание. У меня, в принципе, оно есть. Неплохая тема. Так, это я думал, какие-то плюхи, нифига. Окей, поехали еще на русский сервер забежим. Давненько я уже на русский сервер не заходил. В принципе, туда нечего заходить. Как обычно, халявы никакой интересной нету. Такс, день замковладельца. Ничего себе, на русском сервере хватайка, ребята. Это просто нечто. Да ты что? Поехали. Жетоны нам не дали. 30 жетонов! Нихера себе! Да ладно! Блять, я хоть на этой, я хоть на сардельке? Уху, ребята, это просто трэш, блять, сейчас будет. Я на сардели сейчас буду тащить донатных героев. Офигеть! Просто офигеть! Это просто мега удача сегодня. Давненько не заходил, знаете, такой только хераси, сразу 30 жетонов. Офигеть! Но тут вариант, знаете, что лучше? 5200, нежели 2 донатных. Ну, конечно, я заберу 2 донатных карты. Офигеть! Ну, еще можно и сундуков забрать. Просто бомба! Ну, не знаю, удивил. Удивил русский сервер. Сегодня реально. Магазин, карта, парящий. Ну что, поехали. Будем испытывать судьбу. У меня места здесь не хватает. Мы будем испытывать судьбу. А, так, эмблемы откроем. Сейчас пооткрываю карты, освобожу места. Фрэнк. Ну, Фрэнк у меня вроде здесь есть. Давненько. Я уже, кстати, забил здесь Мэри собирать. Я больше на немке сейчас играю. Но это, конечно, пушка. Да, давненько мне уже на этом аккаунте так не перлось. Сейчас посмотрим, что я вытащу, я не знаю. Ну, конечно, хотелось бы Зефира, но Зефир отсюда не падает. Там, в принципе, если Мэри упадет, неплохо. Ну, если Барт упадет, это просто будет пушка. Так, все, места освободили. Сейчас еще эти пооткрываю. Там можно продать, а ну нафиг не надо эти третьи сеты эти. До сраки. Так, есть. Забираем плюшечки. Чик. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот так вот халява получается. Ну, поехали еще бесплатку. Такс, ну что.
Шанс, как обычно. Дуэлянт. Да, сука, и еще будет один дуэлянт. Божество. Ну, блин, не знаю, хотел, конечно, барда, но, блин, божество тоже нормальная тема. Теперь мне будет попроще справляться с всякими фреями, и теперь у меня будет действительно обалденный танк. Потому что это реально кайфовый герой, и мне теперь проще будет собрать ту же самую Мэри. Если я прокачаю божество нормально, она сможет без проблем танчить, и это реально круто. Вот поэтому, ребят, и нету смысла сейчас битву замков донатить. Всех донатных героев, ну, практически всех, можно получить без доната, и они, по сути, не стоят уже тех денег. То есть героев дофига, но толку от них вообще никакого. В общем, не знаю, мега везучий сегодня, честно скажу, день. Просто трэш какой-то. Давайте за 150. Можно было, в принципе, заработать 150. Блин, ну что, на сардельке теперь есть... в принципе, что один? Два, ребят, два героя. Два героя у меня уже есть. Два донатных героя еще дополнение. И Роза у нас есть. Вот так вот. Изи просто. Кстати, я Розу ж тогда получил, я ее тоже не открыл. Короче, ребята, сразу три донатных героя. Розу мы получили с настолочки. Это с хватайки. Ну, блин, пушка. Реально пушка. В общем, такие вот без донатики у нас. Ну, я считаю, круто. Ну, конечно, тут еще нету Феникса, нету Космо, но... Огника нету, но в основном, посмотрите на этот аккаунт, барда, конечно, хотелось бы, но, в принципе, это со временем, может, когда-то и дособирается. Но и так, для бездона, в принципе, неплохо, конечно, не хватает. Мэри дособираем, Космо, Феникса бы сюда, вообще топчик. В общем, такое вот утро, пишите комменты, ставьте лайки, надеюсь, вы тоже повытаскивали сегодня офигенные плюхи. Всем удачи, всем пока.